Учителя смогут самостоятельно заполнять портфолио детей на ресурсе «Московская электронная школа». Туда будут вносить успехи ребят в учебе, творчестве, спорте, науке и общественной деятельности. Также в портфолио можно отмечать участие учеников в олимпиадах, научно-исследовательских конференциях, военно-патриотических мероприятиях и указывать посещение учреждений культуры. Сведения из портфолио позволяют школьникам проводить самопрезентацию на любом уровне. Информацию можно скачать в формате PDF, потом распечатать, поделиться в мессенджерах, соцсетях или отправить по электронной почте. Московская электронная школа – проект для учителей, школьников и родителей. Ключевые сервисы МЭШ – обширная библиотека электронных материалов, электронный журнал и дневник.